Ну что, пошли под землю. Под землей интересно. Можно встретить призраков. И чем, как говорится, я думаю, глубже, тем более интересные призраки будут. Более хороших людей. Впереди Библия Глобус. И я думаю, что я туда зайду. Еще раз повторяю. Зачем я туда зайду? Хрен меня разберет. В конечном итоге, я думаю, что я притопаю, наверное, даже на метро Курская, она же Чкаловская. И оттуда уже спокойненько поеду на свою Братиславскую и буду читать Дон Кихота. А на вечер я планирую просто-напросто еще дальше поиграть в Half-Life. Что касается Half-Life, то, ребят, сейчас на данный момент я запустил ракету. Ну, короче, если вы знаете игру. Я много до чего догадался, чем безумно горжусь. Но игра не закончена. Там, короче, остановился. Там такие эти самые поршни. Я с поршни прыгнул на балкон. И дальше я остановился. Дальше еще не знаю, что там будет. Так что все это впереди. И, короче, ребят, что касается Far Cry, то я его начну заново, потому что у меня есть серьезные подозрения, что просто игра взглючила, потому что я же в начале Far Cry, я решил сразу тогда не начинать с насилия. Как говорят, бьются батки, по-моему, в клипе слишком много насилия. Зря дядя Володя убил эту тёлку. Короче, я же сразу туда вышел в море, там стал исследовать все и зашел с какого-то обратного конца. Мама родная. Прекрасные люди, между прочим. Я даже большинство из них знаю. Бродский слева, Пастернак наверху, Солженицын. А вот этих двоих я уже слабее знаю. По-моему, Шолохов там имеет место быть, хотя не знаю. А, собственно говоря, это и есть Библия Глобус, мама родная. Ну, давай зайдем, что. Посмотрим. Я говорю, я там был, но очень мало. Мало раз. Любитель книг в книжный магазин не ходит. Ну, блин, вечно в книжном магазине или в Третьяковской галерее встанет какая-нибудь смачная жопа и будет тебя портить. Значит, все эстетическое удовольствие. Мармарное. Ёк-махарёк. Ну ладно. Погреемся.